Краевые власти приступили к реализации проекта универсальной электронной карты, которая в будущем должна заменить большинство документов. Одними из первых ее аналог получили студенты Сибирского федерального университета. Это обычная с виду банковская карта, не совсем проста. С ее помощью студенты теперь будут получать не только стипендию, но и оплачивать проезд в автобусах. В дальнейшем она станет электронным пропуском в университет и читательским билетом. Кроме того, с помощью карты можно будет узнать личное расписание, успеваемость и получить доступ к различным информационным ресурсам. Действительно, это очень существенный проект для Красноярского края, для Сибирского федерального университета и сберегательного банка. Проект предполагает собой объединение на одном электронном носителе достаточно большого количества приложений, которые помогут студентам не только участвовать в учебном процессе Сибирского федерального университета, но и быть активными пользователями электронных услуг и использовать ту самую инфраструктуру, которую край готовил в свое время для ввода в эксплуатацию работы универсальной электронной карты жителя. Реализация проекта стала возможна после подписания трехстороннего соглашения между краевыми властями, Сбербанком и университетом. Специалисты уверены, карта значительно упростит жизнь студентам, тем более что взносы за содержание карты им платить не придется. Мы должны обкатать это все и понять, где нам нужно что-то дописать из программного обеспечения, где нам нужно поставить какие-то считыватели специальные и так далее и тому подобное. То есть вот это будет все, так сказать, пробная обкатка. Для западных вузов использование электронной карты – обычная практика. Кроме того, в некоторых странах, например, в Бельгии, Китае и Малайзии, единая карта сочетает функции удостоверения личности, водительских прав, электронного кошелька, медкарты, загранпаспорта и проездного. Ее использование позволяет избавиться от бумажной волокиты, с которой сейчас связано любое обращение человека в госучреждение. Специалисты уверены, что и мы постепенно придем к новой системе. Я уверен в том, что этот проект будет реализовываться в дальнейшем. Успешно, да, потому что практика всего мира на сегодня подтверждает, что движение будет в сторону как раз вот этих электронных технологий, да, и мы на самом деле двигаемся в данном направлении очень активно, ну и на самом деле мы активно перенимаем опыт международных стран. То есть нам на сегодня крайне необходимо повысить вот эту вот технологическую составляющую нашего общества, где электронная карта как раз является вот этим прорывным инструментом. В течение нескольких месяцев такую электронную карту получат все студенты и преподаватели СФУ. Кроме того, планируется запустить такой же проект и в других вузах, на очереди Медакадемия. Добавлю, электронная карта студента – это только первый шаг к универсальному документу. Дальнейшее продвижение этого проекта во многом будет зависеть от результатов испытаний в университетах. Я предлагаю обсудить эту тему на нашем сайте afontovo.ru, но если у вас есть новости, звоните лично мне, мой телефон 29 29 115. Наталья Истомина, Михаил Масленников, Афонтово новости.